если точнее, не совсем люди. Как не совсем? А скоро мы лишимся той малости, что осталось в нас от людей. Помнишь человека в городе? Это последний шаг от человека к машине. Не волнуйся. Мы не чувствуем боли. И кровь у нас не красная. А ну, значит, все они не люди? Никто из них? Совсем не похоже на Лос-Анджелес. Жизнь здесь бьет ключом. Мы стараемся жить по-человечески. Едим пищу, хотя нам это не нужно. Десять лет назад, незадолго до полной изоляции страны, неизвестный вирус из Токио распространился по всей Японии. Люди мучились от страшной лихорадки. Многие умирали. Власти умалчивали о возбудителе болезни и способах заражения, зато провели обязательную вакцинацию. Разные слухи ходили об истинной природе вируса. Подозревали, что эпидемия – это дело рук правительства, но страх – мощное оружие, и люди спешили делать прививки. И это стало началом трагедии. Правительство создало вирус. К вакцине, которую всем нам ввели, был разработан Дайвой, кибервирус. Вирус проникает во все клетки, механизирует тело, преобразует его в биометалл на молекулярном уровне. Но это не самое худшее. Вирус был опытным образцом, промежуточным этапом. О чем вы? Дайва превратила Японию в лабораторию, а всех нас, подопытных, в кроликов. Объект полностью меняется, когда кибервирус проникает и уничтожает мозг. Человек превращается в андроида и становится орудием в руках Дайвы Heavy Industries. Человеческие организмы реагируют на это по-разному. Некоторые из нас сопротивляются, цепляются за человеческое сознание и сущность. Технология далеко не совершенна. Приблизительно один на тысячу становится полноценным андроидом, а остальные превращаются в растения. В абсолютно безвольных животных. Мы опытные образцы, ожидающие смерти в плену Дайвы. Сколько вам осталось? Я был рыцарем-джедаем, как Дарт Вейдер. Он был лучшим пилотом галактики. Настоящий воин. Первый орден лишь начало. Мальчик мой, я дам тебе много больше. Весь мир. Ты знаешь, кем я стал? Вы путаете мир с террором. Жертвы неизбежны. Смотрите, не задохнитесь от своих амбиций, директор.